Уважаемые абитуриенты, здравствуйте! Мое имя Арзум Ишитан. Я преподаватель кафедры машинной инженерии технологического факультета университета Памуккале. В то же время работаю координатором в координаторстве иностранных студентов нашего университета. Наш вуз начал принимать иностранных студентов с 2010 года. И согласно актуальной информации, сейчас у нас учатся 1670 студентов из 61 страны. Критерии приема, установленные Советом по высшему образованию, принимаются за основу для приема студентов из-за рубежа. Вступительные экзамены для иностранных студентов, проводимые в нашем университете, также проводятся в различных вузах нашей страны, и результаты этих экзаменов учитываются при подаче заявлений в наш университет. Кроме того, аттестаты и результаты других вступительных экзаменов, эквивалентность которых признается в нашей стране, также входят в критерии приема зарубежных студентов. Подробную информацию о том, какие экзамены и аттестаты принимаются при подаче заявления, вы можете получить на нашем сайте. В 2022 году наш университет провел 3 экзамена ЙОС, экзамен для иностранных студентов в Денизли, Иране и Азербайджане. Студенты, чьи заявки приняты через систему, могут выбрать до 5 кафедр нашего университета в сроки, указанные в академическом календаре. После завершения процессов оценки и распределения, наши абитуриенты могут получить право на зачисление в наш университет. При регистрации им необходимо предъявить нам такие документы, как аттестат, паспорт, сертификат эквивалентности, ДНКЛИК, вид на жительство. Подробный список необходимых документов представлен на нашем сайте. На этапе выбора и подачи заявления, а также при регистрации, необходимо предъявить документы, свидетельствующие об оплате соответствующих сборов. После регистрации наши студенты, зачисленные на направления, ведущиеся на турецком языке, но не владеющие турецким языком на уровне B1 или C1, должны пройти однолетнее подготовительное обучение турецкому языку в Центре изучения и исследования языков в нашем университете. После получения соответствующих документов студенты получают право перейти на выбранные кафедры и начать обучение по выбранному образовательному направлению. Также в Центре изучения и исследования языков проводится подготовительное обучение для студентов, зачисленных на кафедре, где 30 или 100% обучения ведется на английском языке. Наши студенты, владеющие турецким языком на уровне B1 и B2, должны получить уровень C1 для успешного выпуска. Иностранные студенты, зачисленные в наш университет и начавшие обучение на выбранных кафедрах, могут воспользоваться возможностями участия в международной обменной программе Erasmus+, а также в программе обмена Фараби, действующей по Турции. Стоимость обучения на факультетах и высших школах, входящих в состав нашего университета, определяется на каждый семестр и год для иностранных студентов перед новым календарным годом. В зависимости от образовательной программы и кафедры, выбранных студентами, эта стоимость может варьироваться. Стоимость обучения для факультетов и кафедр нашего университета определяется на последующий полный учебный год и на каждый отдельный семестр в новом календарном году. В каждом следующем году стоимость может повышаться. Наши студенты имеют возможность участвовать во многих конкурсах и мероприятиях и весенних фестивалях, организуемых нашими многочисленными студенческими сообществами, нашими многочисленными конкурсными командами, как в нашей стране, так и по всему миру. Могу сказать, что наш университет имеет высокий статус, особенно в технологических конкурсах. Наши студенты, приезжающие из-за рубежа, также могут легко присоединиться к студенческим командам, сообществам и организациям, стать их членами и испытывать гордость побед вместе с нами. Кампус нашего университета неразрывно связан с городом. Вокруг кампуса имеется много возможностей для размещения и проживания студентов. Координаторство иностранных студентов университета Памуккале занимается решением любых проблем наших студентов с момента подачи заявки до регистрации, после зачисления и до самого выпуска. Мы оказываем нашим студентам необходимую поддержку. Желаю успехов абитуриентам, которые будут сдавать вступительные университетские экзамены. Ждем вас в Денизли и в единственном в своем роде районе Памуккале. Коля.